Вот здесь был морской речпорт. И вот продали. Какой, смотри тут, какие котлованы. Ну, это вот Бригантина называется. И все это отгородили. Вон опта дальше. Дальше. Это вот оп перед нами. Стена. Оп. Сибирская река богатая. А это рядом вплотную уже подошел мост. Прекрасный мост. Вот. Вот все как здесь. Тут вот строят на Рождество. Видать даже где. Крест стоит изо льда сделанный. Вот он, видать. Он прозрачный как бы. А это вот прям рядом уже подошел. Сегодня 24 февраля 2023 года. Вот как она огорожена. И везде вот эти вот висят знаки, что нельзя ходить, нельзя, опасно. И вот там нельзя машины, везде-везде знаки. Купили эту землю, и, видать, будут строить здесь высотники. Вот. Вот оно как. Обрезали они. Там видно, сколько гравия насыпано было. О, как. А здесь рядом вот монастырь женский. Монастырь. Вот он как. А там далеко-далеко, видать, крест. Один крест, видать. Это Покровский собор. Крестик это видать. Любовь Николаевна Фатеевна мне сегодня ногу тут перемотала. И, видать, очень удачно. Я даже сам один дошел, никого нету. Какие тут котлованы копают. Куда-то они вывозят его. Куда вывозят? Вот так. И вот здесь внизу проходит, просто поднимается медленно. А здесь вот ступеньки. Тут вот разворачивается. И там он дальше. Здесь кладбище было, построили храм. Это город Барнаул. Вот она, а вот матушка. Вон какие, по три быка стоит на них. Куда идет? Пойду туда. Уважаемые пешеходы. Набережная зона, проход закрыт. Проход куда закрыт? Туда дальше к ним или тут? Тут люди ходят. Не знаю даже. Я пройду туда тут. Я где спускаюсь, там нет. Вон туда проход закрыт, это у них. А здесь нету, где спускаешься, нету. В стороне совсем знак этот. Вот я нахожусь здесь на мосту, почти поднялся уже. Сегодня 24 февраля, так кажется. Вот я здесь сверху снимаю все, там вот люди. Там запрет. Это рядом оп, вплотную оп. Вот она оп какая. Там какие-то строения, это Новоалтайск. Это отдельный город. Заводы стоят. А здесь вот какие быки, вот эти вот столбы, быки называются. Это мост прекрасный. А там, похоже, рыбаки рыбачат. О. Здесь в каком году, какие столицы были освобождены. А это вот рабочий, это был речной порт, его убрали, продали, видать, а тут видишь как, все отгородились, и выходят вплотную и будут здания стоять, копают траншеи, не траншеи, а котлованы. Сейчас я прямо поднялся уже, еще поворот, и там вот мы рядом, вот 4 тавы, 2 тавы.
Вот какие над головой они. Сколько же тут этих заклепок-то? Сейчас по ступенькам. Последний поворот делаю и ухожу на мост. Это, ну, мост через Обь. Красивый мост. Вот он, где поворот делает. Там, может быть, дойду туда, там, где Руа, магазин. А здесь ступеньки. Это вот Обь, на той стороне есть. Вот она, какая ширина Оби. Не знаю, тут надо смотреть. Ну, здорово, какой город красивый. Очень красивый город. Жили бы люди, не грешили тут, как бы было. И властям было бы удобно. А так, куда ни посмотришь, милицейские машины ночью караулят. Караул, допустим, из дома не выбросил, у меня соседка рядом. Муж ушел на Митрофан. Приходит, она зарезанная. 700 рублей только и было. Ну, нашли бы, чтобы наркоман по соседству был. Ой. О, там написано. Это я сверху уже снимаю. Вот он. Берлин, 1945 год. Красивый мост. А это вот хорошо видать тут. Ну, здесь лишь порт был. Вот эти дома, а тут ближе уже, видишь, какие. Вот тут много места нет, там пути. Вон оно такое дело. Немного тут отправили, но тут я заповедал сюда. Зачем пришел? Посмотреть, нравится. Тут сделано так, на столбах висят хорошие такие изображения. В каком году какой город освободился от немцев. Вот. Братислава. Тут все столицы, столичные. Города Братислава, ты что? Сербия. И на той стороне так же. На одной стороне так, а на той как именно убивала. Как их туда вырушали. Эти для города. Вот он. И свет. Вот я уже зашел фактически на территорию. Один. И так сказать правильно.
непонятно, как кто-то здесь, видать, на снегоходе зимой ездили. Очень красивый такой мост, погибший мост города Баварин Владимир Николаевич. Один десятки лучших моров Российской Федерации. Тут он где-то на берегу лежит. И на этом вот понял Барнаул. И чего это сделано? Много больше русского человечества. Дорожки едут. Ну ладно, дойду туда, там еще поснимаю. Подхожу к концу Барнаульского моста. Я захожу, и там видно рыбачьи внизу. Ну прямо сели когда тут, может, надо что-то упасть. Не под самый мост. Ну видно, что тут ребятишки возятся. Машины приехали, ребята. Что на этой стороне растет. А там какие-то грузовики. А это вот где строить будет. Называется Бригантина или Бриги как-то. Три вот это все здания. Сегодня 24 февраля 2023 года, пятница. Я вот иду и смотрю, в каком году, какие города освобождались от войны, возвращали себе. Кому-то переживание было, кому-то радость. Вот. Сейчас вот трехрядное движение в одну сторону, трехрядное в другую. Решил пройти туда хоть один раз, один. Мне перевязки сделали, Льва Николаевна Потерева. Очень здорово придумано. И какой-то знак в этом городе. Именно вот так, Севастополь. В 44-м году взяли. Тут все, в 44-м. Одесса, Кишинев, Вильнюс, Рига. Вот так. А на той стороне там по-другому, наоборот, идет, когда первая война. Это надо было придумать, сделать. Вот они, рыбаки, видать, это я через мост наклоняюсь. Тает вот тут снег в грязи. У меня дырявые ботинки надел. Вот они. Мешон только стоит. Я как будто туда еще не попал. Я хочу дойти туда. Там большой магазин, если я была такой. Показать. Зафиксировать, что я дошел туда, дошел. А до этого не мог полпути пройти. Сегодня она меня помассажировала, там носки натянула, что-то мазали меня. И я сегодня вот, вот как. Это означает, кто-то ударился. Вон как наклоненный. Ну что? Вот это ударится. Сюда не вылетело ни одно. Видишь, соединение как. 4, 4, 8. 8 ворот, это не просто так. Поднимаю его. 2, 3, 4. 1,5 метра. И про фигнал перекрещет, это что-то от него идет тоже. Вот так. Вот, перешел ок я. Там хороший, видать, деревушка в Барнауле. Вот так. Вот здесь показать. Вот это вот здание здесь. Бригантина называется.
стоит рядом машина. Тут не просчиталось, видать, что за надпись. Ну вот. Здесь дальше надпись идет. Разворот машины. Смотри, что тут делается. Дальше, видать, ну, дальше уже не пойду. Дорога тут неприличная, да и не зачем уже дальше идти. Прошел вот, все, вот уже позади. Вот, за этими деревьями. Вот. Вот. Это вертолетная площадка была. Вон она впереди, это Леруа. Информации. Значит, много. У них там всего мы были, смотрели, там как аэродром. Вот только туда пройти. Вот все, здорово. Это избушка для чего-то. А вот это вот, похоже, вертолетная площадка. За этим. Мало ли еще. Все обдумано. Барнаул. Красивый город. Какие знаки стоят все. Вот там, видать, это здание, это магазин. Леруа прямо написано кое-как. Были на конфетку покупали. Машины идут огромные, трехрядовые движения. Вот. Все. Первый этаж не видать. Вот я медленно проведу и посчитайте сколько. Вот так. И вот здесь также первого этажа нет, но уже здание сдано. Похоже. Ну и вот так вот можно просчитать, сколько этажей. Вот какие строители пошли. Тут детская площадка огромная. Кладовая вот внизу. Вход, наверное, отсюда. А тут вот, видать, около нас труба стоит. Какой-то там кочегарка большая или кто. Вот так.